Анатолий Якутин, вице-губернатор нашей области, объявил программу «Новая школа». Они отменяют домашние задания, они отменяют оценки, они готовы разрушить все основы нашей образовательной системы. Мало того, что это противоречит закону Российской Федерации, то есть они сами нарушают те же законы, которые создают, это еще и создает ситуацию безответственности. Эти люди, которые сейчас управляют нашей областью, уедут, а результат их деяний придется расхлебывать нам. Я был вызван на допрос в отдел полиции номер 8 по делу об административном правонарушении, статье 20.2 Кодекса административных правонарушений. Мне вменяют участие в несанкционированном митинге. Вокруг нас, а в ваше семье, в ваши сердца придет хорошее, позитивное настроение. С праздником, с маской. Мы любим Россию! До каких пор в нашей стране будет продолжаться полицейский произвол? Когда, наконец, мы сможем свободно выражать свое мнение и не будем подвергаться за это никаким преследованиям?